9 декабря на территории храма Рождества Христова состоялось освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому, 800-летие со дня рождения которого отмечается в этом году в нашей стране. В мероприятии приняли участие представители администрации города, Русского географического общества, казаки Кубанского казачьего войска, курсанты музыкального кадетского духового оркестра Института культуры, учащиеся Русской православной школы, а также воспитанники детского дома «Рождественский». На освящение памятника прибыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Спасибо, благодарю вас. Спасибо, Господи. Пускай каждый из нас, взирая на этот скульптурный образ, задумается о том, что он может принести доброе нашей Родине, как это сделал святой и благоверный великий князь Александр Невский. Освящается образ сей окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И вот там пополнится еще таким прекрасным бюстом Александра Невского, который будет, так сказать, нашим учителем для наших детей, которые здесь учатся, вот, хорошим примером. Я думаю, со всей нашей общей помощью мы сделаем наш город настоящим духовным просветительским городом. Я хочу пожелать каждому из вас в душе благоденствия. Любите Господа и будьте достойными именно Александра Невского. Открытие памятника стало возможным при участии Русского географического общества. И я надеюсь, что вот покровитель нашего Отечества будет действительно способствовать и будет наставлять всех нас на благие дела и на то, чтобы мы прожили свою жизнь так, чтобы нам было не стыдно ни перед собой, ни перед Господом Богом. Участникам мероприятия обратился почетный гость, академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Владимир Михайлович Котляков. Он пришел в наше общество, сегодня, это был 1942 год. Случилось 700 лет той самой битвы, и он стал известен всей нашей стране. И вот это мое, одно из самых моих ярких воспоминаний моего детства. Я очень рад, что присутствую при таком необыкновенном, ну, для меня, по крайней мере, событии. Я благодарен Владыке за то, что происходит здесь, в Краснодаре. Я не первый раз здесь, и поражаюсь тому, как здесь сохраняется традиционная российская земля. Особенно важно, что памятник находится непосредственно рядом с Русской православной школой и поистине станет напоминанием подрастающему поколению о заступнике своей Родины и хранителе веры православной. В этот день, после завершения основного мероприятия, митрополит Григорий, священство и гости посетили детский дом «Рождественский», где представители Русского географического общества, а это участники межрегионального фестиваля из 22 федеральных округов страны, вручили воспитанникам подарки в рамках празднования 75-летия Краснодарского регионального отделения. В завершении настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов для гостей провел ознакомительную экскурсию по храму, показал одну из святынь нижнего храма, копию Туринской плащаницы, которая свидетельствует о земной жизни Иисуса Христа и считается пятым Евангелием, рассказал о научных исследованиях, проведенных учеными над плащаницей. В верхнем храме гости увидели всю красоту росписи стен, сводов и купола храма, а также точную копию иконы Божией Матери Владимирская, оригинал которой хранится в Третьяковской галерее. Затем гости побывали на территории рождественского вертепа Вифлеем, а завершилась встреча посещением казачьего хуторка, где гости посетили музей в хате атамана, выставочный зал, а также казачью веранду. Как важно, чтобы в сердцах нашей молодежи как можно дольше сохранилась память о святом благоверном князе Александре Невском, который мог бы стать примером для подрастающего поколения.